Здравствуйте! Вы смотрите программу «Weekend Navigator», в которой мы традиционно рассказываем вам, как интересно и весело провести грядущие выходные. Этот выпуск будет необычным, тематическим и посвящен он будет торжественным мероприятиям в честь Дня города. Традиционно День города проходит в последние выходные мая, и этот День города приходится на 25 число. Мы расскажем о том, какие будут интересные площадки и куда лучше всего сходить. А сейчас я уступаю место организаторам, которые лучше знают, где будет интересно. Благотворительная общественная организация «Колыбель» при поддержке администрации города Иваново и партнеров приглашает детей и взрослых посетить нашу тематическую площадку «Территория семьи». Ждем вас 25 мая с 10 до 14 часов на верхней площадке у кинотеатра «Современник». Программа будет насыщенной и интересной. Семейная арт-зарядка, концерт творческих коллективов, тематические мастер-классы, создание арт-картины «Авангард», веселые аниматоры, шоу, конкурс воздушных змеев, призы, подарки и много сюрпризов. «Колыбель» рада вас радовать! Мы приглашаем всех на наш открытый сезон. У нас в этом году две площадки. Кинотеатр «Современник». Первая площадка будет работать с 10 до 12. Там будет автовыставка «Дрифт-машин». Можно будет посидеть, полазить, пофоткаться, посмотреть. И вторая площадка у нас начинает работать с самого утра и до 6 вечера. Это площадка ТЦ «Аксона». Там будет много замеров по автозвуку, также по тюнингу и посадке. Ну и, конечно же, дрифт. Так что всех приглашаем, всех желающих. Мэйфест Иваново Дрифт Чемпионшип, 25 мая, День города Иваново. Всех ждем. В День города Иваново состоится фестиваль «Маугли Чемпион» в рамках проекта «Чемпион 37». В нем будут принимать участие дети из более 30 садов, прошедшие отбор в течение мая месяца. Приглашаем посмотреть на это мероприятие и проникнуться в детский и юношеский спорт. На площадке около кинотеатра «Современник» будет проходить фестиваль уличного искусства. На этой площадке будет представлена выставка автомобилей, спортивных и ретро. Будут непосредственно художники рисовать свои граффити-муралы. Будут ходить в модели и показывать модное дефиле. Для семейных и людей с небольшими детьми будут различные мастер-классы, поделки, воздушные змеи, лепка из глины. Танцоры. Те, кто живут этим, те, кто любит это дело, кто вносит в это свой вклад, приходите все к нам в 7 часов. У нас будет замечательный городской джем, настоящий, как должно быть по культуре, на улице. Будет море драйва, море энергии, будет очень крутая музыка. Мы ждем вас, чтобы вы пришли и показали свой стиль на танцполе. Приглашаю всех на площадку «Современника», это будет 25 мая. Мы там почитаем рэп, будет очень много людей из разных городов, будет наш иванский весь склад, будет очень круто. Если ты не придешь в 7 часов 25 мая, мы тебя поймаем и приведем. 25 мая мы приглашаем всех жителей города и области на празднование Дня города. У нас состоится традиционный 9-й фестиваль Y4U. На фестивале будет очень много спортивных направлений, разных активностей. Это экстремальные виды спорта в скейт-парке, развлекательные программы на сцене, танцевальные соревнования, стритбол, роллер-дром будет задействован, соревнования по роликам для всех, для детей и взрослых. Также турнир на пляже. У нас пройдет пляжный футбол, пляжный волейбол и большая развлекательная программа для детей, шоу мыльных пузырей, аниматоры и мастер-классы по йоге, мастер-классы по стрейчингу, поэтому ждем всех в парке Степаново, будет интересно, насыщенно. Приходите все к 13:00, начинаем, стартуем, будет жарко. Если День города, ну там фестиваль побольше приезжает, в 13 мы начинаем после как раз торжественной революции, чтобы народ был тут, они расходятся, как раз нам попадают. В 16 будет на Горелина наши духовые оркестры выступать, которые принимали участие в «Медных трубах». У нас Кострома приедет, Череповец приедет, Ярослав приедет, Суздаль приедет, Муром сейчас должен мне ответить, и, значит,
Наш город будет представлять, наша область будет представлять все по театральному, а не лауреаты, и закрывать реплика бенд из Родников. На площади Пушки у нас самый главный, да, дворец искусств, под крышей которого работают три театра. В день города эта площадь будет театральной площадью. И откроется она в 13 часов программы «Балаганчик», где будут выступать цирковые коллективы. Студия «Оперение» покажет свою программу. Это будет такая, будем говорить, игровая программа и для детей, и для взрослых. Мы собрали интересную группу косплей, которые будут представлять интересные костюмы героев. Что касается зоны общепита, то в этом году у нас несколько иной получился подход. Мы планируем организовать в зоне около цирка современный формат уличной торговли. Это будут фудтреки со своей продукцией. Вот. Ну и для тех, кто любит традиции, кто их придерживается, конечно, мы сохраним нашу шашлычную тропу, как мы ее называем между собой, с попкорном, с сладкой ватой, водой и, конечно, у нас еще там будет большой узбекский казан. На площади Пушкина будут после битвы диджеев и показа вокалистов музыкальная группа ивановская, пока не скажу, пусть это будет небольшая интрига. А в 22:30 начнется конкурс фейерверков. Он уже традиционно проходит. 4 команды конкурсные и одна, ну, будем говорить, бонусная. Это от организаторов из Нижнего Новгорода. «Салют-52» будет. И это только часть событий и мероприятий, о которых мы успели рассказать. Их будет гораздо больше. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте мэрии. Там обо всем подробно написано и указано время и место. А наш телеканал будет работать в прямом эфире. Вы сможете увидеть на прямой трансляции, как будет разворачиваться День города. Стартует он в 12:00 на площади Революции. Также мы переместимся на другие объекты. Наши корреспонденты познакомят вас с участниками этого интересного мероприятия. Еще раз с праздником, любимый город, веселой субботы и продуктивного воскресенья. До свидания.